Всем привет, ребята, с вами Диана. Сегодня я решила снять для вас видео 2 в 1. Это будет фаворит октября. И, конечно же, мои покупки. Это последние покупки Sephora и MAC. Я очень-очень-очень знаю, жду не дождусь, пока я вам покажу. Потому что, не знаю, на этот раз получилась очень хорошая покупка. Так что нужно было снять видео. Так что давайте приступим, я вам покажу, что я купила. Итак, первым делом я хочу вам показать, что я купила с Sephora. Как вы знаете, если вы следите за мной в Инстаграме, я только недавно устроилась работать в Sephora. Я и так вообще-то фанат этого магазина, можно сказать, этого шопа. Там, где продается абсолютно все. Это для меня был рай. И каждый раз, вот в прошлом году я помню, каждый раз, когда проходила мимо, я вот смотрела, думала, так же, как же было бы круто, если здесь работать. У тебя столько дискаунтов, у тебя будет столько этого преимуществ. Думаешь, о, не знаю, я проходила, вот, не знаю, какой-то ауру, наверное, оставляла, знаете, чтобы когда-нибудь я буду здесь работать. И это свершилось. Так вот, я вам покажу сейчас то, что я недавно купила, когда у меня был дискаунт, нужно было это использовать. И, конечно же, недавно до этого покупки, которую я вам еще давно хотела вам показать. Итак, я хочу вам очень-очень сильно рассказать про эту масочку, которая называется Glam Glow. Это очень популярная масочка на данный момент. Вначале я, если честно, скептически отнеслась, потому что эта компания потратила, наверное, миллиарды на рекламу. Это прежде всего, как звезды рекламируют, как Майли Сайрус, как, я не знаю, кто еще был, но многие звезды это рекламируют, показывают себя в Инстаграме, типа, о, у меня такая шикарная кожа благодаря этой масочке. За это я думала, стоит-то очень дорого. Одна вот такая штучка стоит $64 с таксами. Да, где-то так. Это очень дорого для этой маленькой-маленькой масочки. Это $64, думаешь. Поэтому я решила вначале взять пробник. Пробник я взяла именно вот этой белой, потому что это белое все в одном. Там делится на вот, черное есть, зеленое есть. Однако получается exfoliating, это как скрабик, который чистит поры, очищает омертвевшиеся клетки кожи. А второй получается hydration, это увлажняет кожу, особенно для жирной кожи, для сухой кожи хорошо. А это белое, все в одном. Это и против акне, против угрей, против прыщей. И против, получается, гидрирует, увлажняет, как говорится, питает. Короче, все в одном. Здесь даже когда открываешь этот пакетинг, тебе говорят, hello, sexy. Hello, sexy. И, в общем, дальше открываешь, у тебя тут идет вот такой прям целая штуковина. Объясняет, что он у тебя делает. Прочитав, если честно, я поняла, что это круто. Здесь, получается, многие компоненты натуральные. Идет алоэ вера, идет минт, ромашка, огурцы. Все, что хорошее для кожи, все есть. И поэтому здесь говорится, все в одном. Прыщики исчезают. Я вам сразу говорю, покраснение тоже исчезает. И вот, когда я взяла этот пробник, я подумала, мне нужно попробовать. Вначале у меня обычно покраснение, если у вас тоже наверняка есть. Я без BB-крема не обхожусь, у меня всегда покраснение на коже. Не то, что покраснение, это странно, не знаю, это генетическое или кто знает. И я хотела просто гладкую, одноцветную кожу. Я нанесла, и через некоторое время понимаю, что у меня прям отпор, точечки появились. Прям реально точечки, особенно где нос, где поры. И прям как будто бы поры чистят и вытаскивает. И думаешь, вау. И потом как смываешь, ты чувствуешь, как кожа гладко становится. Однотонный. Один цвет. Радиантный. Как все говорят, радиантный цвет. И почувствуешь, а где точечки? Пропали. Их нет. Действительно. Как говорится, хоть стоит $64 с чем-то. Мне кажется, она того стоит. Кстати говоря, я вам парочку покажу. Вот такая масочка. Если вы думаете, она насколько мне хватит, она хватит вам очень надолго. Потому что наносишь раз в неделю, максимум 2, если у вас жирная кожа, раз в неделю, и все. Получается, и там примерно вот столько наносишь, и
не знаю, мне лично хватает на все лицо. Мажу, жду где-то 10 минут, пока высушится. Смываешь. Кожа становится прям гладкой. Прям цвет один, знаете, сглаживает этот цвет. Покраснений нету, просто один цвет, какого должен быть. И, конечно же, черные точки исчезают. Вот что мне очень-очень понравилось, и вам тоже советую. Правда, дороговато. Есть, можно альтернативы дешевые найти. Ну, я решила попробовать. Итак, второе приобретение в Sephora, которое я купила, и тоже давно хотела вам это, об этом рассказать. Это про мою любимую палеточку Full Exposure. Вот. Smashbox. Я их просто обожаю. Вы наверняка знаете про их праймеры. Праймеры, они суперские. Они... Про праймер отдельная тема. Я вам, как куплю нормальную, я вам расскажу. Сейчас расскажу вам больше про эту палеточку. Палеточка очень интересная. Пакеджинг, если почувствовать здесь, оно такое... я не знаю, как это называется. Какая-то матовая. Какая-то матовая. Открываешь все любимые цвета. Если вы любите эти нюдные цвета, я их обожаю. Потому что я не часто ношу такие фиолетовые, не особо часто ношу этот. Я в основном ношу вот такие цвета. Из-за этого для меня это было суперским. Так вот, для смоки айз все есть. Особенно вот этот цвет. Он прям смоки-смоки делает. Действительно, такой дымчатый цвет. Она хорошо наносится, она пигментная. И долго держится. Долго держится, это точно. Короче, как вы заметили, эта линия вся все блестяшки. Получается, все блестящие цвета. Блестящие. И вот здесь получается все матовые цвета. Короче, все есть. Такого же цвета можете найти блестящие для вечера, для дневного. Все крутое. Следующая помадка, которую я купила, это NARS. Вот такой пакетинг, что мне понравилось. Еще упаковочка. Называется цвет Annabella. Она очень красивый. Это новая линия помад NARS. И она вот такая. Мне она очень нравится. Просто смотрите, она такая черная. И раз, такая выходит красный цвет. Цвет вот этот красный просто красивый. Я бы сейчас нанесла, бы просто я стишками так нанесла теней. Думала, ах. Каждый раз, когда наношу, я обычно наношу только подводочку и ресницы. Потом только этот. Если лишний, вот, лишний цвет, то покажется слишком. Потому что, видите, такой красивый, я не знаю, сочно-красный цвет. И, конечно же, я хочу вам рассказать про масочку. Купила масочку Rose Sephora. Это масочка. Масочка очень классная тем, то, что я очень много слышала про них. У многих блогеров, многие ревью, даже просто как люди пишут про свои отзывы про них. Отзывов очень много на эти масочки. Так что я решила это купить. В общем, я еще не попробовала, я вам еще скажу про ревью. Но то, что я купила, это вот это. Rose маска. Так вот, я как начала работать в Sephora. Сегодня еще классно, что там тебя тренируют, там все, все-все, прям как команда, реально, как в школу прошла. Начинают учить. У тебя иногда бывают отдельные дни чисто для школы. Ты учишься client service, как-то обслуживать людей. Второй учат, как наносить что-то, как бы, чтобы людям объяснять. И, конечно же, учат именно продукцию. Кстати говоря, в Sephora отдельно приезжают всякие компании, как Benefit, как Philosophy, как Urban Decay приходят специально, чтобы учить нас, как бы, продавщиков, beauty advisors, учить нас, как рассказывать про их продукцию людям, как бы много больше информации дают, чтобы мы знали и реально рассказывали это клиентам. И в общем, что хорошо мне понравилось, что иногда у нас бывают бенефиты. И вот на этом тренинге, последний раз, как была, нам сделали подарочки. И вот про подарочки хочу вам рассказать. Точнее, хочу вам показать, что они мне надарили. Надарили мне вот такую классную косметичку. Это косметичка от Benefit. Это, получается, Benefit, когда приезжала в Sephora именно к нам в офис, нашим бьюти-адвайзерам давали эти подарочки. Что, как бы... Это вам подарки, типа, от нас, и нас учили, всякое такое. И вот, они нам, получается, подарили, она получается вот такая. Видите, такая, видите, оранжевая такая. Не знаю, она прикольная, она очень-очень суперская. Она очень классная косметичка. Еще-то можно и даже как сумочку. В общем, это Benefit.
А внутри столько подарков с разных компаний, которые нам дали после тренинга. Так, первое я вам хочу показать, это Bosch. Bosch, как мне сказали, Bosch. Кремочки Bosch. Так, что потом у нас в этой подарочной коробочке? Они мне дали Benefit Stay Don't Stray. Такая и внутри, как я поняла. Эти подарочки в основном как travel size или же как пробники, чтобы мы попробовали и как бы и советовали клиентам. Это вот такая штучка. Так вот, потом дальше нам в этой сумочке было... вот здесь это мой номер рабочий. Это от Tarte. Ой, я как обожаю эту компанию Tarte. Tarte тем, что там более натуральные компоненты и очень хорошие, не знаю, очень хорошие продукции. Вот, это двухсторонние типа тени. Это какой-то зеленый. Это как бы тени. Жидкие тени. Одна сторона шариковая. Другая сторона с кисточкой. Такого же цвета. Как любишь наносить его. Кстати говоря, вот такой оливковый цвет очень сейчас в моде. Так, следующее, что было в этой косметичке, которую мне подарили. Glam Glow. Glam Glow мне очень нравится. Это Exfoliate Treatment. Это скрабик для очистки лица. И что тут Glam Glow еще дало? А, вот этот. То есть это как пробник, чтобы мы попробовали и посоветовали нашим клиентам. Это под глаза масочка. И потом еще Tarte, кашемировый цвет вот такой. Тоже чем-то похож на тот оливковый цвет. И далее от компании, я не знаю чего. Это особо не разобрать. Living Proof Style. Для волос. Я попробую, я не знаю. В общем, вот такими подарками офигенными Sephora, где я тренировалась последний раз, подарили нам суперские эти. Так, перейдем дальше к покупкам, что я купила. Я купила не в Sephora уже, и я купила в одном драгсторе, который называется CVS. Я вам скажу, если вы наверняка слышали про бренд NYX, оно очень популярный, в принципе, бренд NYX. И они продаются обычно не в Sephora этих, а продаются более как drugstore. Хотя в Ulta тоже продается. Это Ulta, это тоже как Sephora shop, где продается мейкап, косметика. В общем, NYX тем отличается. Она очень с приемлемыми ценами. Очень как бы не такие дорогие, но очень хорошие. Такие же, такого же качества. Так вот, что я купила последний раз в NYX? Я очень давно хотела купить у них. Купила, конечно, у них вот такие помадочки. Вот эта помадочка, чем мне понравилась. Последний раз я видела на девчонке такой цвет. Именно, наверное, вот такой цвет. Я подумала, я тоже такие хочу. И чисто из-за этого цвета, как увидела, я думала, я куплю. Хоть я было их три, я купила все, потому что попробую все. Но, в принципе, все цвета мне очень нравятся. Получается, они вот такие. Этот цвет, который мне очень понравился, называется Праг. Прага. Типа, под город Прага. Такой цвет. Не знаю, почему мне вот такие цвета всегда нравятся. Наверное, не замечали, я часто покупаю. В принципе, вот это тоже чем-то похоже на эту. Ну, чуть-чуть красновато. Ну, в общем, мне вот такие цвета мне все нравятся. И они не блеск, они матовые цвета. Я не люблю особо блеск, потому что я не люблю, когда прилипаются. Зато я стараюсь покупать такие эти, как говоря, более матовые цвета. Ну, вообще, оно вот такого цвета. Второй цвет у них, это цвет, называется Истанбул. Под город Стамбул. Логично. В общем, это тоже какой-то матовый цвет. Тоже, в принципе, красивый. Он такой розоватый. Для обычного ежедневного очень подходит. И, конечно, этот кровавый цвет, который, в принципе, мне очень нравится, но не каждый день нанесешь. Но если в клуб или в какую-нибудь фотосессию, ну, очень прикольно. Такой кровяной красный цвет.
очень даже ничего. Так вот, я, конечно, они несравнимы, конечно, с Нарсом или с такими большими, точнее, большими брендами, но они очень хороши тем, что они для своей цены очень много показывают. Как бы, хоть и она дешевая, но она очень даже пигментная, долго держится. Правда, чуть-чуть сушится, когда наносишь, точнее, после полчаса, наверное, начинается, как будто бы сушат губы. Или мне кажется, или у нас тут холодно. Не знаю, но мне так показалось. А так, мне цвета очень нравятся. И что еще купила в Никсе, что я очень давно искала. Я, правда говорю, очень долго искала, потому что у нас во Флориде Никс... Или я не смотрела, или я не знаю, я только в Сефору хожу, наверное, Мак, и все. Вот, я нашла этот в Никсе свой любимый карандаш, который я очень давно искала. Это карандаш для глаз или как праймер, это Crayon Jumbo. Я не знаю, что такое Jumbo. В общем, она как фломастер маркер, как можно сказать, или карандаш, очень таким жирным, жирной консистенцией. Цвет называется это Milk Молоко. Milk Молоко, она действительно очень белая. Что и для чего я его в основном наношу? В основном наношу для этих углов, чтобы осветлять. Именно для век, чтобы осветлить, я в основном наношу вот это. После этого карандаша, если нанесешь тень, она окажется более ярким цветом и больше цвет показывается, как бы, нежели на праймере, нежели на других цветах. Из-за этого вот эта штучка мне очень-очень-очень-очень прям нравится. И, наконец, я хочу вам рассказать про мою последнюю покупку в Маке. Мне на этот раз с Маком повезло тем, что я давно хотела именно кисточки от Мак, потому что, знаете, они очень классные. Как бы ни говорили, они очень дорогие. Да, они очень дорогие, но они в том-то и дело, что они очень хорошие. И, конечно же, половина, как говорится, половина цены идет для имя Мак, потому что она очень уже крутая. И это правда, но я все равно хотела всегда Мак. Не знаю. И я потихонечку начала покупать, я вам уже показывала, что я первый раз купила мою любимую кисточку MAC 130. И вот, я недавно пошла и смотрю, у них уже начинаются holiday такие specials для праздников, как Thanksgiving, для Christmas, для Нового года. Это типа для подарков. В общем, и самое главное, в MAC все быстро-быстро раскупают, и думаешь... А когда вот это будет? О, я не знаю, там это. И говорю, а что можно сделать, чтобы вовремя прийти? Они говорят, ты лучше тогда сделай, заплати сейчас этот, и я тебе как бы задержу. Хорошо, что я так сделала, потому что вот то, что я сейчас купила, оно исчезло прям. Ух! И хорошо, что я на холд оставила. В общем, это у меня вот такая вот штучка. Это рассчитано как подарок. Такая большая красивая упаковочка, вот здесь прям такой, не знаю, такой необычный исторический, не знаю, какой-то. И вот когда открываешь, идет вот такой красивый пакетч, упаковочка, косметичка такая красивая. И тут мои любимые кисточки. Кисточки в одном. 5 кисточек, точнее, в одном. Тут идет... Все кисточки, которые есть у них, только в уменьшенном размере, это как подарочный. Они получаются, наверное, вот такие. Они, не знаю, они очень нравятся тем, что они натуральные же. Они очень натуральных этих волокон. Тут идет для пудры. Это MAC 129 в уменьшенном размере. 129. Точнее, они как обычные, только, видите, как чуть короче. Обычные, получается, вот такой длины. Они вот такие маленькие. Как подарочек. Ну, подарочек. Второй идет MAC 190 для нанесения тоналочки. И второй, третий идет, ой, моя любимая кисточка, для растушевки. Для растушевки она очень универсальная кисточка, кстати говоря. Это MAC 224. Она мне очень нравится, то, что наносишь именно вот уголки, растушевывает очень классно. И третий
точнее уже четвертая кисточка, это для айлайнера, для подводочки. И следующая, конечно, ой, она такая мягкая, не знаю, прям видно, что качество. MAC 213, именно для нанесения вот таких мест, особенно для блестяшек. Для блестяшки хорошо наносит именно вот эта кисточка, как говорите, рассушевывает именно вот базу, да. В общем, я очень-очень рада, что я все-таки успела купить их, потому что они быстро раскупают. Это как для холода, ведь правильно? И вот таких у них было где-то три вида. Вот эта белая, была еще какая-то серая, была еще какая-то красная, что ли. В общем, я купила эту белую, потому что она была очень красивой. Именно и были те, то, что я люблю. Для рассушевки, что мне еще нужно, правильно? В общем, там было еще три где-то. И вот такая белая, серая. Серая там, где были только вот такие. И третья, я не помню, что там было, но что мне в основном понравилось, что она белая, и те самые, то, что мне нужны для пудры, для тоналочки, именно для растушевки и, конечно же, для базы. То все, что, в принципе, мне нужно, как бы essential, все, что необходимо. Я очень-очень счастлива, что у меня теперь аж 5, прям за $54 купила. Так, что еще купила в Маке, это помадочка. Я как Мак захожу, я обязательно куплю, не знаю, какую-нибудь помаду. Потому что они всего лишь 16 или $20 стоят, и они очень классные, правильно? Вот этот очень красивый цвет. Если оно видно хорошенько. Вроде бы видно. Вот такой красивый цвет. Оно очень хорошо подходит, когда ты ничего не наносишь. Именно никаких румян, никаких ничего. И просто наложить, например, просто базу, реснички, чуть-чуть айлайнера, чуть-чуть подводочки, и вот это. Когда будет акцент именно этот цвет, она смотрится, фух, просто, не знаю, сочные губы. Обычно для фотосессии классно. Вот это я знаю, что на фотографии смотрится сногсшибательно. И вот то, что я купила в Маке. Пока что. Если вы когда-нибудь покупали в Sephora, у вас должно быть наверняка есть карточка Beauty Insider. Beauty Insider – это такая карточка, которая, если когда ты покупаешь Sephora всякие косметику, у тебя появляются, как бы, считаются поинты. Если ты купила, например, продукцию на $200, у тебя будет 200 поинтов. И на 200 поинтов у них есть специальные такие подарки. О, за 200 поинтов можно вот этого можешь взять, или какой-то крем. Не знаю, столько подарков. И последний раз, когда я купила, получается, у меня, кажется, накопилось уже 525 поинтов. И это получается там максимум, как бы, не то что максимум, а обычно до 500 поинтов накопишь, и тебе самый большой подарок дают, то, что у них есть, то, что у них предлагается. И это давно ждала, я специально не трогала эти поинты, и смотрю, ура, за 500 поинтов может что-то могу взять. И там было две коробочки, можно выбрать было то одну, то другую. Я выбрала одну, там, где были продукции Benefit. Не знаю, мне очень нравится этот бренд Benefit, который из Сан-Франциско. Тем-то, что я люблю город Сан-Франциско. И вообще, мне нравится их маркетинг. Тем-то, что как они вообще рекламируют свою продукцию, как они вообще делают пиар вообще. Так вот, я решила взять эту коробочку. Benefit. Там идет типа помада и как румяна. Тут идет The Real Tush, который они очень сейчас популярны. The Real. Идет тоже очень популярный этот румяна, точнее, бронзер Hula. Идет WhatsApp праймер и, конечно же, Professional. Я обожаю их. И, в общем, она получается такой, видите, как Beauty Insider, то, что я накопила за свои поинты. И это, получается, маленькие вот такие подарочки. Хотя они маленькие, компактненькие, но я очень рада, что мне дали подарки. Professional. The Real Tush. Hula Bronzer. Кстати, они очень классные. Конечно же, WhatsApp. В общем, такие классные штучки в одной коробочке, как подарок. Кому не понравится, особенно Benefit.
Ах да, из последних покупок, как я могла забыть. Это Make Up For Ever Professional. Если вы знаете, сейчас Make Up For Ever выпустила такие линии теней, которые называются Make Up Artist Shadows. Это, получается, профессиональные мейкап-визажисты только и пользуются. В общем, я купила 3 цвета этих классных теней. Они очень пигментные. Если пользуются сами визажисты крутые, значит, они крутые. Именно, кстати говоря, у меня на глазах именно сейчас они. Там, получается, можно было подобрать 3 цвета. Потом поставить на такие... Я знаю, кажется, большие, как будто бы румяна. На самом деле, это тени. Это, кстати говоря, там и shadow. Как... И как румяна можно вроде бы пользоваться. Но не фиолетовые. В общем, я их купила по отдельности. И, получается, они дают мне такую палетку. Они очень классные. У меня именно этих цветов, в принципе, и не было. Потому что у меня нюд... Потому что у меня цвет нюд очень много. Черных цветов много. Коричневых очень много. Особенно... Особенно где? Ну, в общем, везде есть. И именно таких ярких у меня еще не было. Так что я решила эти яркие взять. Они друг другу не подходят, я знаю. Но я их пользую по отдельности. Сегодня я, например, пользовалась вот этим для моих глаз. И чуть-чуть вот этого для базы. Вот, они действительно очень пигментные. Прям наносятся прям сразу. И рассушевываются очень-очень-очень быстро. Ну что ж, ребята, на этом все. Надеюсь, я вам все, что хотела рассказать, рассказала. Надеюсь, не забыла. Так что увидимся в следующем видео. Пока-пока.